и пар пойдет в газовоздушный насос. Он, в свою очередь, должен усилить тягу в несколько раз в трубе. Печь, ну или горелка, как кому нравится, очень интересная. Работает без электричества и движущихся частей, на масле и воде. Хочешь, готовь еду, а хочешь, можно использовать для отопления, в качестве горелки, для бойлера или котла. Ого, неожиданная мощность и просто неимоверная тяга. Да это атомный реактор какой-то. С этой штукой надо быть аккуратнее. Надо придумать, как регулировать мощность и как ее улучшить. Ребята, если понравилось, лайкос, подписка, колокольчик. Все полезные ссылки под видео в описании и в закрепленном верхнем комментарии. Здоровья и добра вам и вашим близким. Спасибо, что смотрели это видео.